14 января в здании Министерства иностранных дел Донецкой Народной Республики прошла встреча представителей Франции и Чехии с адвокатами республики и военными армии Новороссии с целью сбора фактов военных преступлений против жителей Донбасса. Сегодня у нас в нашем министерстве гости, иностранные гости. Гости из Франции, гости из Чехии. Французская делегация, которая посетила руины Донецкого аэропорта и город Дебальцево, рассказала о причинах своего приезда в ДНР. Прежде всего, мы прибыли в Донбасс в качестве наблюдателя для того, чтобы зафиксировать все то, что мы здесь сможем увидеть, услышать, и для того, чтобы передать всю эту информацию во Францию. Присутствовавшие на встрече представители Совета адвокатов республики передали французским коллегам собранный фактологический материал о преступлениях украинских военных для дальнейшего его распространения среди широкой общественности Франции и Европы. Во-первых, хочется отметить важность вашего приезда в нашу республику, потому что в этом есть и политический, и, конечно же, такой глубокий профессиональный юридический смысл. Потому что сам факт посещения адвокатов и политиков нашей территории говорит о том, что наша республика начинает признаваться иными странами. Здесь зафиксированы свидетельства потерпевших от бесчинств Украины. В первую очередь военнопленные и гражданские, которые были задержаны, подвергнуты пыткам. Ну вот, собственно, то, о чем вам сейчас рассказывали люди. На встречу также были приглашены побывавшие в украинском плену военные и гражданские, которые рассказали французским юристам о том, что им пришлось пережить. Полтора суток они разрешали туалет. На головах были мешки и сверху еще скотчем. Жестко затягивались, что потом пальцы не работали. Людей убивали, загоняли на минное поле, скованных цепью. Там людей держали в ямах с трупами. Они сняли потом мешок, потому что у меня вот здесь вот прорез, у меня вот здесь ножом и вот здесь порезано. Они мне хотели выколоть глаза. У меня сейчас и фиброма в голове, тоже надо оперировать себе. И переносица перебита, и вот здесь вот перебита. Но оно срослось. Итоги встречи представитель французской делегации прокомментировал так. Они очень много поняли сейчас. И что они поняли, это что проблема Донбасса – это информация. Дать в Европе информацию. Nous sommes venus en observateurs impartiaux, juste pour écouter et rapporter ensuite ce que nous avons entendu et ce que nous avons vu. Здесь мы хотим просто посмотреть, понимать, слушать и потом в Европе отдать, рассказать, объяснить, что мы видели здесь. Дмитрий Зиньковский, Станислав Мухин, специально для Новороссия ТВ.